Привет, друзья! Привет всем, кто подошел, кто подписался, кто смотрит. Огромное спасибо. Вот, друзья, сегодня я решил напилить такой видосик на такую тему, как помехи на телевизоре, цифровом или кабельном, как эту проблему решить и как с этим бороться. Вот, ребят, смотрите, есть такие устройства, называются 2-way splitter, которые каким-то образом решают эту проблему. Ну, не одну, тут еще несколько проблем они решают. Вот это как бы в простонародье называется разветвители. Вот, это как бы на кабельное и на цифровое как бы вход получается. Это с подъезда получается, как бы провод, это кабель можно ввести на цифровую камеру, можно сделать, если мало ли одолели вам вот эти вот спамеры, рекламщики, которые названивают в квартиру, поставить камеру, чтобы, как говорится, их отпугивать, этих даунов. Так. Ну вот, смотрите, ситуация такая, тут нарисовал, получается, уже. Сейчас вам покажу. Вот. Вот, как смог нарисовал, получается, вот видео можно поставить сюда, как бы на этот разветвитель, вот как бы на антенну цифровую кабельную. Как бы один провод, получается, идет на, как говорится, радиоволны сюда и уходит, получается, вот на видео и на телек. Можно, как говорится, каким-то усилить сигнал. Вот стена, к примеру, вот это. Если вот сделать отверстие, грубо говоря, у вас в стене, вот кабель один только пролазит, вот таким образом можно увести, получается. Вот сейчас вот покажу, получается, как еще. Вот таким образом вот эти разветвители можно сделать. Сюда вот это в телевизор втыкается штучка, вот она такая вот. Сюда кабелем уходит. И вот дома тоже можно сделать, на увести, грубо говоря, на цифровой, на камеру, на кабельное увести, если там несколько телевизоров, кухня, к примеру, комната. Вот такой вот усилитель, называется 2-way splitter на 1000 МГц. Выход, вход, вот тут указано. Ну вот, ребят, хотел сегодня на такую тему с вами поговорить, что есть вот такие устройства, они продаются не во всех, конечно, магазинах, каких-то специализированных, типа радиотовары, вот можно их найти. Как бы стоят они относительно денег тоже, как бы вот тут крепится на стену, можно закрепить. Но вот такое удобное устройство, если у кого-то помехи, как на телевизоре, там, к примеру, на крыше антенна стоит, кабельное, цифровое, вот таким вот устройством, разветвителем, можно это, такую проблему, как говорится, решить. Вот, ни в коем случае нельзя подсоединять, к примеру, сюда кабель, а сюда, к примеру, грубо говоря, сюда на один телевизор, на второй. Лучше сделать, грубо говоря, вот так вот. Вот таким образом, чтобы все правильно было. Ну, кто разбирается, вот, грубо говоря, поймет. Вот, по схеме тоже на даче можно такой вариант вот сделать, я нарисовал. Ну, очень удобная вещь, как говорится, 21 век. Ну, ладно, ребят, спасибо огромное всем, кто смотрит, кто подошел. В принципе, тут все ясно и понятно. Тут, что тут, как говорится, рассказывать-то. Много-то не надо, все это ясно, грубо говоря. По-простому, не растягивая, чтобы надолго-то. Ладно, ребят, спасибо огромное всем, кто подписался, кто подошел, кто смотрел. Спасибо огромное всем, всего доброго, до свидания, пока.